Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stream 2011 года в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 140 лошадиных сил, АКПП, передний привод. Автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 106 тысяч километров. По салону темный салон, чисто ухоженный, не прокуренный, ткань, три ряда сидений, имеется кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, противотуманные фары, подогрев зоны дворников, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 87, 101, 88, 88, 84, 94, 86, 101, 85, 91, 92. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.